Например, с кем-то по передаче кто-то включил свой. Смотри, он ретранслятор стоит, да? Да это антенна, блядь. Хрен его знает, в каком она диапазоне работает. Хотя это коротковолновый. Это КВ. Хотя 2.4. Да нет, да, на 2.4 по-моему должно, конечно. Ну тогда батарейка, да? Он красненький помаргивал на просадке. А потом начались полеты. Full HD. Ну, реально, то есть в этой там, судя по всему, интерполированное все-таки. Потому что качество. Твоей? Ну конечно. Там. Там, извини, и матрица у твоей. Там такая. Она не боится таких ударов? А что, удар-то не было? Если что, она даже воды не боится, что и удары. Ты на сайт зайди, GoPro, посмотри, что с ней делают. Надо посмотреть, ну. Вот это и есть GoPro, да? Ну, что там это? А, у тебя еще гироскоп стоит? Ну. Так надо к ней отдельно будет рейхать. Не, не интересно. А он там что-то красивое. Это такая камера, про которую вот этот парень из Омска писал, да? Да, да, вот он ее тоже снимает. Ну, в принципе, самая популярная в нашем деле, так сказать. Мне на сайте у них нравится. Лыжники обвешались этими камерами. Кто? Лыжники. Лыжники, да? Нашли им там... сюда, сюда и погнали. Со всех ракурсов снимают. Там лыжники, мотоциклисты всякие. Но